Друзья мои, всем здравствуйте! С вами Екатерина. Вы находитесь на YouTube-канале Эсмеральда Серебро. У нас с вами золотой серебряный сериал. Отсниму, наверное, все одним видео. Девочки, рада вас приветствовать, всех католиков с прошедшей Пасхой, соответственно, православных со всеми праздниками, которые были, и с наступающей Пасхой. Вы будете смотреть это видео в пятницу, да, как всегда, когда я вам вещаю, выхожу в эфир. Поэтому, мои дорогие, приступаем. Будет ярко, красиво, живенько и очень интересно. Девочки, мои дорогие, вчера было лето. Я вчера вышла на пробежку, на прогулку. Я не бегаю, нет, но такой быстрой ходьбой. Бодрячком, да, вышла в летней одежде. Сегодня раз, и все стало более прохладно. Девочки, но о погоде позже. Еще мы с вами поболтаем. Мои контактные данные я закреплю в комментариях под данным видео. Телефон, соответственно, вы сможете связаться в WhatsApp, Viber. И как происходит покупка? Вы мне присылаете скриншоты. Я подтверждаю, есть ли в наличии данные украшения. Ну и, соответственно, мы с вами общаемся на эту тему. Первое, что я вам сейчас покажу для вновь включившихся. У нас с вами все серебро 925-я проба. В золоте 18 карат розово-лимонного цвета. И, мои хорошие, у нас с вами также будут золотые украшения, золото 18 карат в конце видео. Если я сниму в одно видео, если нет, то вторую часть сделаю. Девочки, кахолонг и серебро в лимонном золоте. Золото 18 карат, немножечко небольшая вставочка с фианитами, цена 91 евро. Великолепная, на мой взгляд, цена. Сейчас я примерю одну сережку. Шикарный вариант. Весна, лето, и это то, что нам нужно, чтобы быть красивыми, потому что, ну, на контрасте все ярко и все прекрасно, вы видите, да? Это не будет сливаться с вашими нарядами. Я снимаю мои кольца, у меня здесь агаты и бриллианты, двоечка итальянская. Танюша, привет, в Россию, Москву забрала Танюша у меня. Одно у меня было троечка, стало двоечка. Девочки, что я могу предложить к этим сережкам? Я могу предложить великолепнейший перстень 273 евро. Это конча, это раковина. Огромный, красивый, от того, что здесь работа белая, да? Как же это называется? Это по-испански камафео, по-русски камея. Соответственно, вы видите, да? Разъемное кольцо, девочки, перстень на любой размер. Великолепный, ну, люксовое кольцо. 273 евро, огромное количество серебра, красивая здесь шинка, работа здесь шикарная, раковина не завальцована, и вы видите, как все это выглядит. Мои дорогие, хочу огромный привет всем передать, огромнейшие девочки, люблю вас, обнимаю, целую. На этой неделе разговаривала с моей любимой Тураной, Баку, Азербайджан. Огромный привет, потому что у нас есть идея сделать путешествие с Флорой, с ее сестрой в Азербайджан. Мы обязательно поедем, Турана нас уже, в общем-то, нам культурную программу всю, соответственно, распишет, я так думаю. Вот, поэтому, Турана, вам огромный привет, моя дорогая. Люди наши очень гостеприимные. В России гостеприимные, а что говорить за эти страны, за Азербайджан, за Армению, за Грузию, за Узбекистан, за Флора Абланда де Турана, де кинос инвитадо, а Азербайджан. И пояс нос бабус, си, си. Флора смотрит уже отели, си, Флорита, Лумирос отели. Флора. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Секунду, девочки. Секунду, мои хорошие. Hola. Este es el marido de Carmen. La chica que tiene la tienda de ropa y artículos de regalo ahí en donde el toro, la plaza del toro. Ah, ok. De Carmen, okay. Marido. Ah. ¿Qué tal? Bien. Сейчас, девочки, секунду. ¿Qué tal todos? Bien. He venido a verte varias veces. Y me has hecho la trampa. Bueno, los días, pero este jueves nada, este jueves. Lo puedes pasar, no tiene. Este pasado, no. Y anterior, no sé, otra. Sí, 73. Не хочется прерывать, девочки. Потом перемотается. Solo falla uno, pero ahora no falla más. Давайте. Рассмотрим. Quédame contigo. Ya no se puede porque ya está todo. Apagado. A mí no hace falta tener la receta. Pues mira, que la vida pasa, ¿eh? La vida pasa, y si hay que cerrar, se cierra. Pues, ¿sabes? Pilar.
Надеваю новое украшение. Ну, сири. Пришли, девочки, ваши также украшения, которые я вам сейчас покажу. Некоторые. Вы можете их уже оплачивать, ваши заказы. Обычно я не показываю заказы, но в этом видео покажу 53 евро кошачий глаз, серебро в лимонном золоте. Надеваю, потому что очень подойдет мне сейчас и к этой одежде. И ожерелье 149, девочки. Секунду, моя хорошая. 149. Как всегда. Pero cuando un señor hace un regalo, yo no le digo a ella, te gustó el regalo, porque no sé para quién es. Ah, claro, por supuesto. Vamos a ver. Por supuesto. Porque ha habido casos. Sí. ¿El tío? ¿De quién me habla? No, yo no. Si me dicen, ay, me encantó tal, digo, vale. Muy bien. Ha llegado a buen puerto. Nunca mejor dicho. Сейчас попробую, девочки. Нет, это будет зеленым, зеленый цвет не совпадет. Зеленый цвет не совпадет, девочки. Перемотайте, мои хорошие, я прошу прощения. Я надеюсь, сейчас он выйдет уже этот цвет. И мы с вами будем продолжать. Жалко мне видео заканчивать, но мы так... мало открываемся на неделе, что, соответственно, мне надо в один день все сделать. И люди заходят, и я должна заснять видео. Потому что мы из-за меня, в принципе, открываем, если честно. За то, чтобы я сделала съемку и вам показала украшение. Давайте вот это кольцо я надену. 103 евро стоит кольцо. Серебро в лимонном золоте. Вот такая красота, девочки. И оно сюда подходит. Вот я вам собрала все в комплект. Здесь у нас серебро, жемчуг культивированный, кошачий глаз, девочки. Что еще у нас с вами? Серебро в лимонном золоте и празиолиты, вот эти камушки зеленые. Очень красивая цветовая гамма, прошу обратить внимание, потому что и по цене, и по всему, соответственно, это красота из красот. Разъемное кольцо 103 евро, девочки. Барочное, великолепная, красивая жемчужина. Вы видите, да? И хорошая цена, добротная, много серебра. И получился великолепнейший комплект. Давайте вот так волосы немножко вы посмотрите. Здесь надо брать все вместе, не разбивая, не разделяя, потому что будет идеальный вариант. Так, продолжаем с вами. Продолжаем. Девочки, мои дорогие. Секунду. Te soy sincero, el regalo de ella es que hacemos 25 años el 26 de este mes. Entonces te mandamos ligero. Давайте вот так с вами рассмотрим. Вот такая красота. Entonces, el verle algo tiene que se pueda echar para adelante. Яркие, красивые сочетания самоцветов, камней, жемчугов. Жемчуга, конечно, нежнин, да, такую девочки придают, да, назовем это так. Я хочу... чтобы взяла девушка, которая любит, да, умеет носить такие украшения и не разбивала комплект, если нужно. Но если захотите разбить, то да. Но дело все в том, что потом делать вот этими сережечками, потому что здесь это все вы видите, да? Комплект по одному. Давайте немножко по вашим быстренько пройдемся. 215. Кто просил серьги, кресты, а по-моему даже такого и не было, мы не забирали, я не помню. Это шпинель, девочки. Серебро в розовом золоте. Вот такая красота. 215 евро. Напишите, кто просил. Это мы заказали. Соответственно, ваши заказы. Ну, может быть, если кто-то захочет. Потому что есть уже некоторые украшения, которые сняты с линейки. Девочки, их невозможно заказать. Но так как мы VIP-клиенты, наш салон ювелирный, то иногда нам бренды идут на уступки и выполняют, их мастера выполняют определенные... заказы, которые уже невозможно заказать. Это бывает не всегда, потому что также зависит от наличия камней, от наличия многих вариантов. В общем, вот эта вот красота,
По-моему, Наташа заказывала. Наташа знает, какая Наташа, но я сейчас еще в личку напишу. Вы помните, да? Есть такие украшения на шею, вот такой шпинелью. Вы помните, да? Вот такая красота. Теперь Танюша, Танюша в Одессу, моя хорошая, моя дорогая, всем девочкам в Украину. Огромный привет, огромный. Танюша, пришло ваше колечко. 205 евро. Серебро в лимонном золоте. 925-я проба и натуральный амбар. Натуральный янтарь. Красота. Девочки, я прошу прощения, что у нас такой галдеж сегодня. Ну, это бывает такое, что обычно Дубора выходит, но она показывает украшение этому мужчине. Он хочет подарок для своей супруги. И поэтому надо как-то все это. А мне жалко и вас прерывать, ей жалко его прерывать. Надо уважительно ко всем, и к вам, и ко всем. Поэтому вот говорим в унисон. Ну, вот такой вот будет. Сейчас он уже выйдет. 205 евро. Серебро в лимонном золоте. Разъемное кольцо. Танюша, девочки, кто захочет, еще можем заказать. И также Наталья в Эстонии, если я не ошибаюсь. Наташенька, пришли. Наши серьги аквамарины. Шикарнейшие аквамарины. Просто шикарные. 243 евро стоит. 243 евро стоит серьги. Такая красота. Здесь шикардос. Просто полный, полный шикардос. И сейчас я вам покажу, как все это выглядит, потому что вот так это на ушке. Возможно, повторили для Наташи, повторим и для вас, мои дорогие. Надеюсь на это. Ой. Так что так. 243 евро, девочки. 243. Вот так это выглядит, мои хорошие. И с обратной стороны вот так. Наташенька, тоже можете оплачивать уже. И пришел синий крестик шпинель, но это тоже для Танюши, для другой девочки, потому что этот крестик я отдала Нине в Германию, а он был у Танюши, и мы, соответственно, для Танюши заказали, Танюша можете оплачивать, поэтому таким вот образом. Лазурит, вот такая красота. Мои хорошие, следующее, то, что я хочу показать вам, 227 евро, здесь серебро, три вида золота, в родии лимонное золото, розовое золото. И вот такие вот, вы видите, да, кружочки, зерна, красивая работа. 227 евро, девочки, стоит данная, очень носибельная, очень красивая история. Давайте я сейчас надену, вы увидите. И вы увидите, мои дорогие. Так что так, вот так это выглядит. Три цепочки соединены в одну. Очень носибельно, очень красиво, девочки. Так, давайте мы с вами продолжим. Следующий момент, что я хочу вам показать. Давайте вот эти малышки покажу за 211 евро, девочки. Здесь раковина и кораллы. Смотрите, какая прелесть. Серебро в лимонном золоте, вы видите. Раковина, кораллы. И здесь замочек омега. Здесь замочек омега, и сейчас я вам покажу, как это будет смотреться на ушках. Ну, я надеюсь, сейчас он уже выйдет. Так, 211 евро стоит, серебро в лимонном золоте, замочек омега, натуральные кораллы и раковина, девочки, вот такие вот цветочки. Поэтому так. Вы видите, как все это выглядит. Так как есть здесь цепочка в лимонном золоте, лимонное золочение, то, соответственно, все это сочетается, и вы видите, какая прелесть, какая красота. Девочки, они были, если остаются, в одном экземпляре. Это уже дело пошло про путешествие, разговор. Я думаю, он здесь останется ночевать. Мне кажется, я ему очень понравилась. Я так хочу, чтобы он уже вышел. Так, 211. Мои хорошие. Вот так. Вот так выглядит. С обратной стороны легкие. Удобные, красивые. Прелесть прелестная. Прелесть прелестная. Всем рекомендую. Так, что я еще хотела вам показать? На мне вот эти цепи. На мне вот эти цепи. А, девочки, сейчас Флора мерила, говорит, вот клянусь вам. Ну, обычно я не клянусь, да, но сейчас же до нового пришло это слово, да. Дело все в том, что Флора мерила вот эти серьги и говорит, если сейчас их никто не купит, я их оставляю себе. Это под старину, под винтаж. Цена данных сережек 135 евро. И соответственно, это серебро в родии, 135 евро. Вот такая красота, девочки. Замочек, гвоздик.
Сейчас я надену. Я, девочки, невозможно снимать. Сейчас еще идет аптекарша со своей мамой. Все, это трындец. Фольклорное красивое слово трындец. Я так думаю, что мне нужно будет уходить на паузу, мои дорогие, потому что это нереально. Или вообще все переснимать. Так не хочется мне переснимать все это, девочки. Я не знаю, наверное, придется удалить и переснимать. Потому что, ну, просто... Мои хорошие, буду прощаться, потому что это нереально сейчас. Это просто, просто нереально. Я прошу прощения. Мы с вами увидимся в другой части или буду записывать новое.